Доброе-предоброе утро. Я только что позавтракала. Сейчас собираюсь идти наверх. У меня там все пляжные принадлежности. Сумка моя. По-моему, не все, хотя... В общем, надо готовиться к пляжу. Несмотря на то, что погода у нас сегодня, такая, скажем, облачно, без прояснений. Но, как здесь говорят, это к жаре. Вчера тоже так, кстати, с утра было. А потом ничего, солнце разгулялось, и все стало хорошо. Вот цветочек, который я новый посадила, смотрите, как он. Его уже, наверное, скоро надо пересаживать. Ой, блин. И этот, смотрите, вылезли, зацветет, наверное, скоро. Ну, просто тесно было в том. И фикус, смотрите, вот еще лезет, видите? Вот он. В общем, вы поняли, поверьте мне на слово. Там еще один лезет. Это так, рубрика «Мои цветы». Цветочки мои. Ладно, пойду я готовиться. И идти надо гулять с Чарли, потому что ему-то надо же гулять тоже. А как же? Мы в своем парке любимом, в который приезжаем по воскресеньям. Знаете, сегодня отличная погода для загорания. Не жарко, не холодно, и главное, нет ветра. И можно загорать без очков. Потому что я, вот даже сейчас нет солнца, но я не могу уйти без очков, не знаю. Я не понимаю, как люди сидят на пляже без очков, это просто для меня невыносимо. Я вот ничего не вижу, я сейчас уже иду и ничего не вижу, ну как, вижу, но мне надо вот так прищуриваться от этого морщины. Поэтому, когда слишком солнца много, я на пляже даже тоже не могу без очков находиться. У меня специально есть пляжные очки, которые по минимуму здесь душка. Вот, такие небольшие. Ну, чтобы хоть как-то... Нет, ну я, конечно, иногда загораю вот так, но даже с закрытыми глазами, когда сильно солнце светит, я не могу вот так вот лежать. У меня все отсвечивает, все. Потом, как слепая хожу, слезятся глаза. У вас тоже такое бывает или только я одна? Не знаю, мне говорят, у кого светлые глаза, у всех так. И нужно беречь глаза. Поэтому я хожу всегда вот в этих очках, когда с Чарли гуляю. Они, как это, полароидные? Нет. Или да, полароидные? Да, по-моему. И, в общем, в них удобно ходить и смотреть. И солнце не мешает. Вот такие у нас вот планы. Там уже такой построили, сейчас обратно скажу мужу, чтобы мы поехали по той же стороне. Там такую большую кучу дерева сделали, чтобы потом ночью сжечь все это. Вообще там такая здоровенная куча, пипец. Там дети бегут. А тут Чарли. А там в гольф играют. Пахнет очень вкусно. Оттуда, наверное. Там какие-то заросли. Какой запах обалденный. Ладно. Мы будем гулять. И потом уже собираться на пляж. Странная игра. Это все-таки гольф. Шибанул шарик. Сел в тележку и поехал за этим шариком. Что это за смысл такой? По полю за шариком бегать. Не знаю. Может быть, надо втянуться, как лапта-то нам же нравилась. Ну, в лапте там, кажется, более интересно было. Это вообще не понимаю. Спира. Маму пораки. Бамо. Машин тут нету. Такое движение вообще везде. Видите, все раньше, буквально месяц назад, все было свободно. Теперь машин дофига. Трафик прям даже. Смотрите, сколько их там с этими тележечками ходит. Шибанули шарики, вот и поехали с тележки. Ведь это все дорого. Денег стоит. Чарли, ты у меня не это. Не гурман. Не голубых кровей. Мы пока пешим шагом
пока погода позволяет. Погода прекрасная, только гулять и гулять. Чарли бегает. Вчера вот после мы гуляли, он даже не хотел не бегать, ничего, потому что было жарко. А сегодня бегает, вынюхивает все. Видите, и отель заселен. Или заселен, заселен, наверное. Там вот круги валяются. Кто-то здесь живет, значит. А море, конечно, сегодня заманчивое. Интересно, оно холодное? Наверное, холодное. Смотрите, сколько уже понаехало. Понаехало. О, это там на мотоцикле орут. Погода, конечно, замечательная сегодня. Только вот для пляжа. Шикардос. Но обязательно надо мазаться кремом. Вы знаете, в такую погоду обгореть, как два пальца это. Ну, вы поняли, что с двумя пальцами сделать. Ой, не могу. Потому что я, знаете, как сгораю в такую погоду? Я лицо, морду лица уже намазала. Так что можно ходить. Народу столько. Как я им завидую. Хотя, что завидую, я сейчас сама так же поеду. Надеюсь, нам там родственники место забаррикадировали. Так, этот никому там не мешает. Заняли место. Мы кому-нибудь так приткнемся, потому что место надо занимать сегодня аж с 10 часов. Ой, что такое? Камера не фокусируется. Смотрите, какую кучку построили. Видите? Потом это все будут сжечь. Здесь вообще много всяких развлечений будет потом, но это все ночью, когда я буду уже спать крепко-крепко. Вы будете смеяться надо мной, но мы приехали мыть машину. Такой вот специальный здесь такой есть. Фигня, мыть машину. И на пляж не поедем, потому что никто не едет на пляж. Из родственников мы спросили, никто не едет. Типа погода плохая, что ехать на пляж. Ну, мы тогда думаем, ну и мы тогда не поедем. Мы говорим, только летом, мне холодно. А что я одна как дурак буду? Да, мы машину мыть будем, да. Она у меня такая грязная. Смотрите, вся в какашках. Поэтому... Ой, а что, надо сумку снять? Вот так вот, видите, какая я? У меня, как говорят, поговорка, 7 пятниц на неделе, да? Это про меня. Ну, что поделать? Нет, было бы солнце и такая погода хорошая. Одна я, что там, сидеть же не буду. Я почему-то думала, что все поедут, но никто не хочет. Очень жаль. Я надеюсь, что меня слышно. И я думала, что здесь никого нету. А здесь народу нормально так. В общем, вот так вот здесь моют машины. Моют, но это вручную моют. Так, пистолетом. Видите? Пистолетом, пистолетом. Вот так сейчас будем мыть. А, даже эти можно, коврики помыть. Ну, коврики я... А, кстати, я их сейчас достану и это фигню. И кроссовки заодно помою. Они у меня такие грязные. В общем, у нас сегодня банный день. И... Ну, а ты сейчас один. Геге, да? Далее, далее. Ну, 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 так трав. Ahora, dale a marcha. Donde pone marcha, ahí. Делается картошка с анчоусами и естся это вот так. Берется анчоус, картошка и в рот. Здесь у меня чуть-чуть обжарила чеснок и засыпала вот эти ракушки. Добавила
немного вина, немного петрушки, и все, готово. Ни соли не сыпала, потому что они и так соленые. И вот ждем, пока они все не откроются. Как только они открылись, все, они готовы. А там у меня грибы с яйцами. Вот такой у нас будет обед. Вот такой наш обедик у нас сегодня. Винца я вчера глотанула. Ну, это как газировка больше даже. Всем приятного аппетита. На улице вообще никого нету. Все уехали на пляж. Время 7. Как раз вот самое время, потому что все... Ну, все... как это сказать-то? Праздник начинается в 10 вечера. Ну, не знаю, может быть, и съездим. Муж говорит, поехали. Знаете, какое-то у меня желание такое... Не очень-то нежелание. Там в 10 начнется вот это вот в пене купаются. Ну, больше даже для детей. Концерт какой-то будет. Даже если честно, не знаю. Ну, дело не в этом. Мы пришли в парк. Здесь хорошо, никого нету. Поэтому можно с удовольствием погулять. Чарли мой радостный. Что еще нужно для счастья? Я вам забыла сказать, сколько стоит мойка машины. За 5 евро мы купили 7 вот таких, как монеток таких. Вот. И я сегодня истратила 3 монетки. То есть я помыла машину сначала с шампунью. Вот. Потом просто водой все это смыла. И пропылесосила все везде. Каждый вот, как каждый сервис, да, каждый, как это сказать-то, манипуляция стоит вот эта монетка. Ну, это получается меньше евро. А если вы поедете на заправку, то по евро каждая вот манипуляция. То есть я бы истратила 3 евро, если бы на заправке сама делала. Пылесос евро, шампунь вот это евро. И, а так получается дешевле. Почти в 2 раза считать, да? Да. Вот, в общем, выгодно. Там еще есть и коврики мыть, есть и полотенца. В общем, все на свете есть. Можно приезжать своими ведрами, там, тряпками. В общем, специально такое создано для детей. Ой, для детей. Вижу там детей впереди. Мамаша с ребенком. И говорю вам тоже для детей. Но вот по воскресеньям мы раньше постоянно ездили, и постоянно все было забито, и очередь в три велюшки. А сегодня, говорю, поехали машину помоем, потому что все на пляже, никого нету. И правда, мы приехали, было много места свободного, и прекрасно помыли машину. Так что у меня еще 4 вот таких вот фишки осталось для помывки машин. Я говорю, нам на 2 года хватит, я свою машину раз в год мою. Ну, грубо говоря, раз в год. Я иногда говорю там что-то, то это буквально. Это не прям вот, что прям раз в год я ему мою. Но редко. Вот. А белая у нас была машина. Да, точно мы в раз в год мыли. На белой машине вообще незаметно ни пыль, ни грязь, ничего. Здесь вот одна молодежь сидит. Почему она на пляж не уехала, я не понимаю. Потому что весь этот праздник сегодняшний... Чарли Беняки! Для молодежи. Они тут сидят. Наверное, тоже кайфуют от того, что народа нет. В общем, вот такие вот у нас дела. И я сидела дома и говорю, пойдем погуляем, потому что Чарли уже скучно. А вообще, я сегодня на крышу забралась, хотела позагорать, улеглась такая. Вот. И Чарли, естественно, со мной. Ему там жарко было. Он то с одной стороны приляжет, то с другой приляжет. Ему жарко. Потом сел рядом со мной, сидя, и вот так на меня смотрел, что я не выдержала. Вижу, он такой сидит, жарко ему, а уйти не уходит. Он меня типа сторожит. Ну и пришлось мне уйти от загара. Не дал мне позагорать, собака такая. Аино, аки. Вот так вот, не позагораешь. Нет, бы ушел в тенек. Нет, он сел напротив меня и вот так смотрел, типа, ну чего ты тут сидишь, пойдем отсюда, здесь жарко. И мне пришлось уйти. А так настроение было позагорать, потому что как раз не было. Сейчас, кстати, нет туч, ни туманов. Все рассеялось, как и вчера. А так было здорово. Ну, может, что-нибудь и прилипло, потому что я лежала минут 20. Потом вот он мне не дал. Тут все настройки продолжаются. Ладно, я вам наболтала.
Мы сейчас прибавляем ходу. Кругличок. Сегодня такой короткий будет круг. И домой. Заварила себе ройбуш шоколадный. Типа шоколад буду есть. Вот, почти смонтировала все. Осталось только попрощаться с вами. А как же без прощания? Без прощания никак. Встретимся с вами завтра. Завтра у нас предстоит шопинг. Так что не забывайте подписываться, чтобы не пропустить. А на сегодня буду с вами прощаться. Пойду в душик. Приготовлюсь и завтрашнему дню. И увидимся с вами завтра. Всем пока-пока!